Вы можете включить своих детей при подаче документов на визу невесты, в основном, если эти дети младше 18 лет. Если же дети чуть старше, то тогда нужно смотреть, работают ли они, есть ли у них свои семьи и так далее. Большинство кейсов – это дети до 18 лет. Да, они могут быть включены в заявление.